Пане Романе, ефектне влучання безпілотним літальним апаратом – це є Єлабуга, Татарстан, 1200 кілометрів від кордону з Україною. Операція, скоріше всього, Головного управління розвідки Міністерства оборони, і, сходя навіть із самого безпілотника, це типу UG-22, то есть вони працюють цими безпілотниками. Ну і ціль. Ціль – це завод по зборці в Герані, так называемые, хотя это шахеды, а еще реальные, это подсолнух-200, это китайский беспилотник, подсолнух-200, который потом попал в Иран под видом шахедов, и уже его же собирают с этих же самых запчастей стартовых, как Герань в России, вот в Елабуге в том числе, ну, вот собирали, по крайней мере, сейчас посмотрим, в течение суток, скорее всего, гуровцы подтвердят выполнение боевой задачи, и после изучения снимков спутниковых уже будет понятно, до какой степени какие разрушения были нанесены по этому заводу. Хороший эффектный заход, молодцы, ребята. Пане Романе, от власне ви згадали, це UG-22, це наш безпілотник, я так розумію, який може летіти на більше ніж 1000 кілометрів, чи в районі 1000. І от буквально вчора Федоров в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що ми активно розробляємо безпілотники на 1000 кілометрів. Да, вот исходя из размаха, там метров 5, скорее всего, размах самолетного типа, это то, что, скорее всего, это UG-22. Он может брать на борт, опять же, сколько он может лететь. Он может лететь столько, сколько есть топлива. По большому счету, двигатель работает ему все равно, там 10 или 12 часов он проработает. Система управления, это так же самое управление либо инерционное, либо по спутникам, по GPS. Есть элементы машинного зрения, так называемого, зачатки искусственного интеллекта, перенесенного в терминальный компьютер этой машины. То есть, по большому счету, он может залететь и на 1500, и на 2000 километров. Все зависит от топлива. И, естественно, чем больше топлива, тем меньше взрывчатки. То есть вот взрыв это где-то до полусотни килограмм тротила, где-то до полусотни, где-то так. То есть в принципе до Елабуги однозначно он мог дойти, выполняя определенную задачу, определенный алгоритм. Ну и вот этот удар, это вот такое яркое подтверждение выполнения задачи. Как раз именно гуровская, скорее всего, все-таки на 99% это работа ГУР, так как это в их подчинении, это работа по военным объектам. А, естественно, завод по сборке Герані – это в чистом виде военный объект. Пане Романе, і є нарешті влучання в нафтопереробний завод Росії, тому що після того, як Саліван, радник з нацбезпеки Байдена, прилітав в Київ і десь дуже наполегливо просив не бити по НПЗ, а потім Білий Дім про це казав, є влучання в нафтопереробний завод, де він знаходиться. Каже, що це також Республіка Татарстан, в Ніжнєкам'янське, називається нафтозавод «Танеко». Это, скорее всего, служба безопасности. То есть они очень хорошо, внимательно послушали предупреждение Соединенных Штатов и выполнили свою задачу. Потому что задача ставится в Украине, задача ставится военно-политическим руководством. Потому продолжение выполнения этой боевой задачи говорит о том, что нашли мы внутренние резервы, ну, скорее всего, службы у себя нашли внутренние резервы, либо опять пробежались по кругу с шапкой и собрали достаточное количество финансов, раз американцы не дают достаточное количество финансов для сборки беспилотников, выполнения боевой задачи. Значит, можно сказать с уверенностью, что продолжаться будет это уничтожение углеводородной отрасли. Это все согласно по подчинению, так сказать, по распределению ролей. Главное управление разведки работает по военным объектам, а служба безопасности работает по легальным военным целям, которыми являются объекты нефтяной, по крайней мере, отрасли, это минимум, потому что они производят, во-первых, дизель для танков, то есть для армии, и авиационный керосин для самолетов, потому тоже легальные военные объекты. Продолжение следует, так сказать. Пане Романе, і це ще не все, тому що вчора було два загоряння, вибух на заводах. В першу чергу у Підмосков'ї палав багатопрофільний електро
технічний завод «Електроізоліт». От кадри дуже потужні, бачимо. Я так розумію, що він багатопрофільний і він займається ізоляцією. Відповідно, цілком ймовірно, що і для техніки російської окупаційної також він працював. Практически все машиностроение работает на оборонку. Все, в течение уже полутора-двух лет, наверное, ну полтора года это точно, с осени 22-го, после принятия решений россиянами о переводе экономики на военные рельсы, они это решение, кстати, приняли. И экономика вся сейчас российская, она работает на оборонку. Потому любой практический завод, который более-менее связан с механообработкой или подготовкой к сборке, он легальные военные цели, потому выполняться боевые задачи будут и там. Единственный вопрос в механизмах, то есть не везде нужно, допустим, отправлять дорогие беспилотники, а иногда намного проще организовать группу по поджогу или подрыву этих предприятий или некоторых цехов этих предприятий. Там в любом, в принципе, на любом механосборочном или каком-то такого уровня в производстве есть однозначно либо взрывчатые, либо горючие вещества, которые очень легко переводятся в состояние горения, если можно так сказать. А умельцы, в принципе, могут это сделать. Тем более очень много в России сейчас очень много групп и из освободительных армий национальных республик, которые понимают, как надо помогать Украине, как надо помогать и себе в том числе по развалу российской экономики, по развалу Российской империи. То есть вот эти точечные, они это только начало, это такие первые камешки такой серьезной лавины, которая в конце концов накроет всю экономику Российской Федерации. Эти санкции намного важнее и больнее по россиянам бьют, чем санкции, которые накладывают так называемое демократическое сообщество. Пане Романе, і ще на завершення про критичну інфраструктуру окупантів. Потужно вчора палало військове підприємство «Уралмашзавод», 800 квадратних метрів, кажуть, горіло. Ну от кадри також потужні. А «Уралмашзавод», він, я так розумію, також має відношення безпосередньо до техніки росіян. Это Урал, это граница той буферной зоны между Украиной, между Европой и Китаем, которая должна быть зачищена от военных объектов. То есть вот эту вот границу, скорее всего, наши группы обозначают границу, до которой наши руки будут дотягиваться. Механизм, опять же, я уже его повторил, то есть это либо наши ДРГшки, либо это привлеченный личный состав, либо это работа по партизан, только есть от мальцевских партизан до нацгрупп, которые занимаются уничтожением военных объектов. Вот до Урала мы уже добрались. То есть Уралмашзавод, там есть еще один такой серьезный на Урале, Уралвагонзавод, который танки выпускает. Вот до него надо добраться, это как раз карманный завод путинский, непосредственно его. Потому тоже объект для уничтожения. Конечно, сложно подойти, сложно выполнить, но я думаю, раз до Урала добрались, то доберемся и до Уралвагонзавода. Пане Романе, і сьогодні також вночі повідомляють наступне, що в Севастополі пролунали вибухи, що палало. Кажуть, що представники головного управління розвідки таємно підірвали електростанцію, і частина Севастополя була без світла. Ну, раз подорвали, так, наверное, не сильно тайно, то есть раз это уже все видят. А выполнили боевую задачу, ГУР работает на Крымском полуострове, в нашей Крымской области, это наша область, потому раз приняли решение уничтожать, допустим, те объекты энергоструктуры, которые питают военные объекты в Крыму, российские, а там россияне ж они взяли, повесили, когда заводили войска, они, естественно, их повесили на гражданские сети, потому деваться некуда, естественно, будем подрывать и уничтожать, в том числе и части генерации, с которых питаются военные российские объекты. То есть это один из механизмов, опять же, воздушный, ракетный, естественно,
наземный в том числе используется. Пане Романе, і на ранок 2 квітня військово-морські сили передають наступне, що жодного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації немає ні в Чорному, ні в Азовському морях. Якісь там через Босфор до Керченського проходять кораблі, але загалом ударної міці бачимо все по нулях. Я так розумію, воно все в Новоросійську, і чи справді це впливає на загрозу для наших міст південних, чи це зменшує загрозу? Оно уменьшает, ну, не полностью. Дело в том, что они в свое время из Новороссийской бухты отстреливались калибрами, потому, естественно, надо быть, то есть, аккуратным. Могут еще раз повыбивать все стекла в Новороссийске, ну, и, по крайней мере, в припортовых постройках, но запустить калибры самой в бухты, хотя могут выйти, в принципе, из бухты, отстреляться и уйти обратно. А раз убрали все корабли, то есть попрятали, то, скорее всего, на охоту вышли Си-Бэйби, Мамайя или Магуры. Это возможно. Россияне их тоже иногда отслеживают, особенно определенные стартовые моменты. Потому могли просто попрятаться, как тараканы под плинтус, по бухтам, под прикрытие зенитно-ракетных комплексов береговых и сидеть тихо, пока гроза не пройдет. Ну, посмотрим. Чувствуется то, что и ГУР, и СБУ, военно-морской флот наш, силы спецопераций, усиливают сейчас давление на российских оккупантов. На глубину мы это уже видим прекрасно до 2000 километров, до Урала. Как раз та демилитаризованная зона, санитарная, как угодно ее можно называть, которую нам надо создать в течение нескольких лет для того, чтобы обезопасить украинские города, украинских граждан от посягательств со стороны этой псевдоросійської імперії. Пане Романе, і є новини з тимчасово окупованих територій, тому що в Старобільську було ліквідовано топового колаборанта. Звати його Віктор Чайка. Кажуть, що підірвали його автівку. На відео видно вже наслідки цього підриву. Повідомляють наступне, що це саморобний якийсь вибуховий пристрій. От машину повністю рознесло. Кажуть, що він дуже збагатився після того, як окупаційні війська 24 лютого зайшли на територію України. Він працював в якихось так званих керівних органах. Активно закликав росіян приходити в Україну. 10 лет с 14 года на оккупированных территориях повылазили местные бандюки, повылазили на уровень управленческих каких-то механизмов. Естественно, столкнулись с главными распильщиками российского бюджета, то есть тех денег, которые выделялись на некоторые действия в этих оккупированных, на этих оккупированных территориях. Столкнулись с грушниками российскими, с ФСБшниками, которые также пилили эти бюджеты, рассовывали по карманам. И местного разлива бандючки, естественно, часто попадают под удары в российских же спецслужб, когда начинают делить на грабленные, называется, только грабят российский бюджет. То есть тут вопрос по работе по этому очередному коллаборанту с нашей стороны, если его считать, он может быть двояким. Либо это местные разборки из-за какой-то доли, либо это работа наших партизан, которые также работают по уничтожению коллаборантов и вообще российских прихвостней, так как администрация оккупационная считается легальной военной целью. Везде, то есть это прописано во всех документах, оккупационная администрация, а не оккупанты, они подлежат уничтожению. Я думаю, этот процесс будет продолжен еще там в течение 10-15 лет. Их надо будет найти везде, куда бы они ни забежали, и не дать возможности воспользоваться награбленным имуществом. Пане Романе, і по снарядах передають наступне, що засоби масової інформації грецькі, що Греція планує продати велику партію боєприпасів для України. Мовляв, йдеться про суму 150 мільйонів. Греки готові передати снаряди через Чехію. І ці снаряди в них зараз лежать на складах. Вони прописані як або ті, які не використовуються, або які не придатні до використання. Але загалом на 150 мільйонів можна придбати немало боєприпасів для ЗСУ. Ну, если считать там по 5 тысяч долларов, это примерно 30 тысяч снарядов. Да, это неплохой, так сказать, додаток к нашим
нынешним возможностям, это где-то на месяц плюсом еще 1000 снарядов, которые даст возможность работать нашим войскам. То есть вот оно называется «С миру по нитке, голому рубашка». По большому счету можно было такие механизмы запустить нашему Министерству обороны еще в конце прошлого года. Это большой привет Умерову, чесаться надо, а лучше освободить пост для людей, которые могут выполнять эти задачи, исходя из своих профессиональных возможностей. То есть это то, что надо было делать Министерству обороны, раз сами не можем производить или почему-то не можем производить. А вот собрать вот эти боеприпасы, по миру их очень много. Есть так называемый, это один из таких пластов боеприпасов, которые уже списаны, допустим, по разным причинам, одна из которых просто выход по времени. Причем ими можно работать, даже не проводя большую там селекцию. Ну, один из боеприпасов, ну, не дойдет, все равно ж полетит в российскую, по российским головам, в ту сторону, это как минимум. То есть, по большому счету, эти боеприпасы однозначно можно собирать, тем более они же не будут стоить $5000 за штуку. Они однозначно будут стоить дешевле, тем более, опять же, надо договариваться. Их можно было покупать просто помимо всяких программ, покупать за бюджетные деньги. Они же в конце концов есть, ну сколько ж карманы набивать. В конце концов надо что-то и на войну выделять, хоть какую-то там долю малую под боеприпасы, иначе будем не только одну Авдеевку оставим, еще ж оставим, потом же возвращаться обратно, забирать, это ж тысячи жизней. То есть думать надо Министерству обороны. А еще лучше, я уже сказал, лучше оставить этот пост этому человеку, уйти на ту должность, на которую, согласно его профессиональной пригодности, а министром обороны назначить уровня там Залужного, Наева, Шапталы. То есть это люди, которые должны работать, они знают, как это делать, и имеют своеобразный бэкграунд, примерно такой же, как, допустим, у того же генерала Петра Павла, который нам очень сильно помогает и помог, мы уже за 1,5 миллиона снарядов говорили. Пане Романе, і про снаряди, які отримують наш ворог. От Пентагон каже наступне, що продовжує Північна Корея постачати снаряди Росії. І от раніше СБУ казало наше, що тисячі контейнерів пішли від Кім Чен Іна до Путіна. Відповідно, там може бути до 3 мільйонів снарядів. Ну і варто, звісно, згадати їхню ракету, так, балістичну, яку вже вони використовували в Україні. Це КН-23. Ну, снарядов 3 миллиона, ну, под вопросом, это слишком большое количество, это, ну, где-то треть запасов, вряд ли они отдадут такое количество, вряд ли это столько было старых советских, это, скорее всего, Китай помогает, вот я так думаю, что все-таки через Северную Корею Китай, либо методом замещения, допустим, северокорейцы отдают свои снаряды, а китайцы делают закладку своими, либо непосредственно напрямую идет отгрузка, допустим, старого советского барахла, но оно все равно работает. Из трех снарядов один точно, один-два срабатывают. То есть, по большому счету, это может быть, пытаются китайцы, северокорейцы избавиться от старого советского наследия, так называемого. Этим снарядам может уже больше там, 40-50 лет, но тем не менее, они могут их использовать. Вопрос в порохах. Вот пороха, скорее всего, придется производить под них. Ну, то есть такое количество довольно-таки немаленькое. Хотя, исходя из общего количества, которое используют россияне сейчас на линии боевого соприкосновения, в среднем 8-10 тысяч снарядов в сутки, они могут производить 5-7, вряд ли именно такие цифры заходят. Они тут же использовали бы, ну, то есть увеличенно бы использовали, а так как они больше десятки не выходят, больше 10 тысяч по суткам, то, скорее всего, нет этих цифр. А вот КН-23 была. Где-то в районе десятка ракет, было идентифицировано как северокорейская КН-23. Причем мы уже говорили, эта ракета очень хорошо попадает со 100% гарантией в планету. То есть вот в планету она попадает, а вот по целям пока она еще сложно работает. Там иногда не то, что там сотни, километры отклонения этой ракеты на нисходящей траектории. То есть, скорее всего, Ким Чен Ир, надоело ему работать по Японскому морю. В основном он этими ракетами по Японскому морю работал. Пытался в море попасть. Но вот ему докладывали, что задание выполнено, в море ракета попала.
А теперь он, скорее всего, ему передали генералы, что ракета должна быть не просто попадать в море или в планету, а попадать по какой-то цели. Они об этом, конечно, не знали. И сейчас дорабатывают эту ракету до уровня более-менее приемлемой. Причем дорабатывают на нашей территории. То есть используют Украину как полевые испытания. В качестве полевых испытаний проводятся эти стрельбы. И однозначно при стрельбах должны присутствовать северокорейские специалисты. Вот здесь надо разведке нашей поработать. То есть найти этих спецов великих и как-то с ними поговорить по-всякому, по-мужски или там последовательски, но вопрос этот надо решить. Не просто так эти ракеты по нам применяются, имеется в виду, идет доработка. Причем это еще будет очень сильно интересно, такого рода работа и южнокорейским спецслужбам, японским, ну, естественно, американским. Пане Романе, ну і над Чорним морем наші збройні сили знищили російський дрон «Форпост», вартість якого 7 мільйонів доларів, і кажуть, що це є аналогом турецького «Байрактара». Ну, це не аналог турецького «Байрактара», це може бути «Байрактар» – аналог ізраїльського «Форпоста». Ізраїльтяни построїли росіянам завод по производству «Форпостов», і от вони до сих пор їх використовують. Тобто це той безпілотник, за который мы очень сильно благодарим Израиль. Просто ну, вот не могли бы мы без этого завода с участием израильтян дальше жить практически. Вот если бы они не поставили его в России, не запустили это производство, все, Украина бы однозначно погибла бы. А сейчас он нас сильно спасает, уж так сильно спасает. Это еще раз большой, здоровенный привет израильскому правительству, этим всем Нетаньяху, Беннетам и всяким остальным Абрамовичам. То есть без них ну никак не может Украина, вот просто погибает. Пан Романе, якщо говорити про кількість військ окупантів в Україні, то представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький сказав наступне, що зараз контингент росіян налічує 474 тисячі орієнтовно. На початку цього року було 450-460. І загалом в ГУР кажуть, що період підготовки росіян для війни скоротився. Тепер він орієнтовно становить 27 днів. Чи є це замало часу, чи наскільки можна підготувати ворога за тих неповний місяць? Ну, дело в том, что в свое время еще в Советском Союзе был так называемый курс молодого бойца, КМБ. Вот он где-то в месяц вмещался. То есть КМБ, скорее всего, так оно и есть. Они взяли, срисовали этот курс, и по этому курсу готовят россиян. Но это, в принципе, по большому счету, научиться ходить строем, разряжать автомат и выполнять какие-то простые задачи секторального контроля, не более того. Мясные штурмы можно, в принципе, с ними выполнять. Все, то есть это весь процесс. Из такого рода подготовленных в серьезных боях выживают около 10%. Это как раз все ложится в ту парадигму 1% от населения, который рождается воины. То есть вот доходя уже до уровня, допустим, призванных, и этот 1% вырастает до 10%. Так как приходят в 10 раз меньше, естественно, на призывные пункты. Потому вот это и есть тот 1%, который просто выживает из-за того, что есть определенные генетические предрасположенности к выполнению боевых действий. Вот остальные 90% – это метод такого естественного отбора, так называемого. Вот именно он сейчас запустился в России. То есть собрали 100 человек из тех пришедших, научили обращаться с автоматом, бросили в бой, 90 человек отминусовалось, 10 человек – это те, которые можно было бы отобрать еще на стартовых определенных моментах, пропустив их через профильные комиссии, через определенные тесты, их это легко отбирается, воин от не воина, легко можно отобрать, но россияне на это сильно не заморачиваются. То есть жертвуют этими 90%, но тем не менее ставят в строй. Увеличение количества на несколько десятков тысяч российских войск, или так, российских силовиков в Украине, оно не за счет там, постановки на боевой учет новых рекрутов, а скорее всего за счет переброски
Росгвардии, это же тоже учитывается, там они перебрасывали до 50 тысяч ментов российских, ну, это так называемая Росгвардия, на территорию оккупированной Украины. В основном они работают в тылу, то есть для тылового обеспечения, ну, работают в смысле, пытаются удержать ситуацию, особенно после того, как начали работать наши партизаны, поднялось довольно-таки серьезное протестное движение, вот они где-то до 50 тысяч с России соскребли и перебросили. Потому увеличилось именно само количество, ну, грубо, до 500 000 россиян сейчас находится, российских террористов находится на территории Украины, на оккупированной части. Пане Романе, і хочу згадати про німецький збройний концерн «Rheinmetall». От їхній голова, звати його Армін Папергер, вважає наступне, що у разі великого військового конфлікту Європа може лишитися сама. США не буде допомагати, тому що США начебто важливіше зосередитися на Азії. От таке тривожне від нього повідомлення, але чи тут може бути приховане, що от керівник однієї з найпотужніших військових корпорацій Європи каже, США не допоможе, тому треба самих на себе розраховувати, а тут є корпорація «Rheinmetall», давайте будемо виготовляти ще більше. Ну, якщо б ми теж були німцями і треба було б запускати свою економіку, ми теж так би говорили. Але тут в такій вдолі такої іронії є доля істини однозначна. США може, ну, хто, так сказати, не думає, що не може. Може, звісно, зайнятися очередними спасінням каких-нібудь кайманів і забути за Європу. Тобто, вони, як вони забули за Будапештський меморандум, оказується, це бумажка, а що договори натовские не на бумажке написаны, то есть может забыть однозначно. Потому, понимая такие процессы, которые в Америку могут перевести на какое-то внутреннее потребление, ну, понятно, только не об Азии, скорее всего, о Ближнем Востоке, они никогда не забудут, там проблемы у американцев очень большие. Кто-то сказал, что у них там есть какие-то интересы на Ближнем Востоке, до сих пор, правда, никто не поймет, какие. Но, тем не менее, очень много проблем у Соединенных Штатов как раз от Ближнего Востока из-за того, что они туда вообще залезли, в эту кухню. Она там 3000 лет сама варится, вот там только американцев не хватало. Потому там они, конечно, там они будут топтаться, пытаться, по крайней мере, как-то себя показать. За Европу могут забыть, махнуть рукой. И в этом смысле Европа может поиметь такие довольно-таки серьезные проблемы. Потому немцы, а это одна из таких основных европейских стран, систем, которая понимает в вопросах безопасности очень хорошо, сейчас поднимают этот вопрос. Поднимают вопрос о том, чтобы создать, а это и нам, для нас это очень важно, создать европейскую систему безопасности без внешних каких-то поддержек как таковых. Поддержат хорошо, не поддержат, сами справимся. Ну, вот примерно так. Тем более, что этот механизм создания безопасности в Европе, он реален. И он не такой долгоиграющий, как некоторые думают. За где-то 1.5-2 года можно реально создать систему, которая уже не пробьет не то, что там россияне, китайцы не достанут, нечем будет. То есть эта система, она себя отработает. То есть она отработает в каком смысле? Она себя окупит, потому что те механизмы, которые будут использоваться, допустим, в войне против России, практически весь спектр вооружений, он будет востребован несколько десятков лет на рынке вооружений. Причем очереди будут стоять, как сейчас стоят очереди за европейскими снарядами, почему мы их не всегда получаем. Вот так вот будут стоять очереди за тем вооружением, которое себя хорошо покажет в боях против российской армии. То есть здесь еще и с расчетом на то, что здесь можно в течение нескольких десятков лет еще и хорошо заработать Европе. А не только, не все же американцам, но в конце концов хорошие и Брэдли, хорошие и Абрамсы, но «Rheinmetall» может довольно-таки серьезные им конкуренцию составить и поставить вооружение. Те же самые ЗРКшки, зенитно-ракетные комплексы, очень хорошо «Rheinmetall» показывают себя, особенно против дронов работают, против малой авиации. То есть, по большому счету, есть целый спектр, но не говоря уже о структурах, которые полностью самодостаточны. Франция, мы уже говорили,
полностью самодостаточная в оборонном плане страна, производит все от подводных лодок до ядерного оружия. Та же самая картина Великобритании. Вот третий столб должен быть материковый, это Германия. Потому немцы правильно это все поднимают, говорят. І, пане Романе, цікаво, що Росія планує визнати Талібан нетерористичною організацією. Це от формування, рух сунітський в ісламській в Афганістані. Вони воювали проти США. Я так розумію, що Путін намагається навколо себе обставити себе усіма ворогами цивілізованого світу і усіма терористами. Тому що Іран, Афганістан, Північна Корея. Ну, тут может быть чуть другое видение. Дело в том, что Талибан – это одна реальная структура, которая воюет с ИГИЛом. И именно вот это противостояние между Талибаном и ИГИЛ, вот им хочет воспользоваться Россия. То есть Путин, понимая полную бесперспективность борьбы с ИГИЛ на российской территории, понимая, что ИГИЛ, в конце концов, определенными механизмами может закошмарить российские спецслужбы, а это так и будет, потому включают те силы или начинают подмазываться, по крайней мере, к тем силам, которые воюют на данный момент с ИГИЛ. Вот Талибан – одна из этих структур. Пане Романе, і от, до речі, є ініціатива, її розглядають в Комітеті оборонному Верховної Ради, про це каже член комітету Олександр Федієнко, про те, що виплати для військових можуть збільшити до 200 тисяч гривень. А це правильний ход. Діло в тому, що є определенний ринок в мірі, ринок вооружений, звісно, ринок личного составу, причому до професіонального составу. Так от, ни один профи меньше, чем за 5000 долларов выполнять боевую задачу не будет. Но так сложилось в мире, это столько стоит. Вот от 5 и дальше. То есть реально где-то 5-7 до 10 тысяч долларов в месяц это денежное содержание военнослужащего. Иногда оно, правда, включает в себя и снарягу, то есть снаряжение. Не выдаваемое со складов, с которых воруют Министерства обороны, а закупаемые самими военнослужащими. Им просто отдают те деньги, чтобы не давать деньги, допустим, из бюджета Умерову, и потом они когда-то, может быть, дойдут до солдата. А эти деньги непосредственно отдаются солдату, и он сам, имеется в виду военнослужащему, он сам принимает для себя решение, какую снарягу себе покупать. Опять же, на рынке вооружений. Потому вот это, кстати, оптимальный вариант. И даже не 200 можно однозначно повышать. Вот с таким механизмом самодостаточным можно повышать и до 400, до полумиллиона по месяцу. Это будет выгодно бюджету. Выгодно бюджету для выполнения боевых задач. Потому, по крайней мере, хотя бы начали эти мысли в Раде витать. Это еще не законопроект, это еще даже не обсуждение какое-то, это только мысли. Но мысли в правильном направлении. Это так вот, как в свое время мысли были с рекрутингом. Только единственное, что разворачивать его надо, опять же, не в Министерстве обороны Умерова, а у рекрутинга надо разворачивать непосредственно в бригадах у Сырского. И вот тогда будет какой-то толк. И тут та же самая картина. То есть передать надо финансирование непосредственно военнослужащему, который выполняет боевую задачу. Единственное, создать определенный учет выполнения этой боевой задачи. Нагадаю нашим глядачам, що ми продовжуємо збір на два пікапи для 12-ї бригади армійської авіації. Пікапи підуть для мобільних груп знищення шахедів. Це те, що летить щодня в Україну. Це те, що наші спецура ліквідувала в Татарстані, де вони збирають ці шахеди. Давайте допоможемо нашим героям-бійцям. От QR-код ви бачите. Хто скільки зможе, оперативно закриємо цей збір, аби наші хлопці мали чим збивати ці от мопеди. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 2 квітня. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, звісно, ставте лайки і діліться нашим щоденним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.